из важных задач государства – это возвращение наших соотечественников, живущих за рубежом, на историческую родину. Что государство в этом направлении делало и продолжает делать? Вы знаете, специальный комитет был создан еще в 1993 году и работает по настоящее время. Проделана существенная работа. Но процесс репатриации не может носить насильственный характер. Необходимо создавать условия для того, чтобы наши братья возвращались на родину. Многое удалось сделать. Большое количество нерешенных проблем. Только с 2020 года по настоящее время нам нужны репатриации. Для того, чтобы их обеспечить жильем, для того, чтобы их обеспечить самым таким необходимым, потрачено 380 миллионов рублей. Это только за последние 4 года. Более 10 тысяч репатриантов у нас прошло за все это время. Около 3,5 тысяч осталось. Остальные, скажем так, уехали в другие государства или вернулись. Почему? Вы знаете, вот целенаправленно решить одну задачу и нельзя, все это взаимосвязано. Это потому, что многие из них не нашли здесь рабочих мест, не смогли себя обеспечить работой. Динамичный процесс в плане увеличения потока тех, кто нам хочет переехать, произойдет только тогда, когда мы начнем динамично развивать свою экономику, когда каждый из них может найти здесь нишу, в рамках которой он себя реализует. Многие получили земельные участки, многие получили квартиры, но этого, как выяснилось, мало. Но есть земля, участок, есть квартира, а не на что себя содержать, потому что нет работы. Тут отчаиваться не нужно, тут необходимо просто дать такую, попробовать в этом вопросе посмотреть правде в глаза. Кто бы ни руководил Абхазией, в любые времена Абхазия всегда будет открыта для своих собратьев, которые проживают за пределами Абхазии. Наша с вами задача – создать условия для того, чтобы здесь жилось хорошо. И тогда к нам приедут в обязательном порядке. Это как бы не специальная программа по репатриации. В рамках специальной программы по репатриации государство делает все, что может делать. На все, на что хватает силы, мы выкладываемся. Все руководители этим занимались с самого начала. Результаты вот такие, не скажу, что глобально большие, скромненькие. Все остальное зависит от общего развития нашего государства.